Археология безбожья щедро врет, раскопки делая и трупами торгуя. Мол, сотни тысяч лет здесь жил народ, такую ложь рад видеть бы в гробу я. 7500 от Адама лет, и ни на йоту сдвинуть не удастся. Есть бытие, не зазирать бы впредь, и Моисея не чернить бы краской. Гробокопательство запрещено каноном, не трогать череп без его согласия. Не за горами смерть, об этом чаще помнить, когда умрем. Зачем же нас касаться? Вот в нише гроб с истерзанным Иисусом. И первые паломники примчались утром. Христу живому явно не пропустят. Искать живого среди мертвых дурно. Мы через Библию знакомимся с прошлым, как сотворен Адам был без жены. Грехопадение, как судороги с дрожью, с тех пор могил не смей опорожнить. Копаются по древним пепелищам фундаменты бассейны, пытаясь распознать. Тогда здесь живших, если и разыщем, спросить, куда у них закопана казна. Кто не покается, все сгибнут точно так, как павшие людишки под обломком башни. Где банды с кривдой, их золотой общак, на место стен наш современник пашет. Не ройтесь в мусоре иных цивилизаций. Цивильности тогда топтали столь усердно. Могло во след грядущим показаться, что не было воинственнее злейших. Археологию в душе возобнови, как жил грешно, не славил Иегову. Ступени в ад сам хуже головни, у ног Христа одет, ходивший голым. 2 июля 2008 года.